Мне кажется, не с ним. Ох. Перья намывает, наверное. Смотри, вылез какой, вылезает. Он вообще позер, конечно. Смотрите, кого мы обнаружили. Высиживает. Зачем вы идете сюда? Не шевелится. Вот. Кто это там? Привет, друзья! Я сегодня со своей подругой и с ее сыном решили прогуляться в парке. Называется Wildwood Recreational Site. Вообще, погода прекрасная, свежо. Здесь очень много различных вообще гусей, уток, птиц. Птицы вообще, мы видели одну ярко-синего цвета. Это что-то было невероятное. Дышится легко. В общем, попыталась вам показать немножечко красоты. Гусыня высиживала яйца. Надеюсь, вам будет приятно со мной погулять. Приглашаю всех. Слышите, как птица поет? Потрясающе. Вот он, кусочек парка. Мы там уже были, и вот возвращаемся. От моего дома сюда ехать было ровно 35 минут. Все, видите, не тронутое, только слегка распиленные деревья, чтобы можно было спокойно передвигаться или делать какие-то технические работы. Протекает река. Сейчас вам покажу, какая красота. Чего? Это Рома, да?
по всему парку расположены вот такие вот лавочки с различными надписями, в честь кого. Покажу вам дальше. Везде различные обозначения и такой немаловажный, такая немаловажная часть, я бы сказала, это туалет. Туалет. Они здесь везде по парку. И парковочка. Собаки только на поводке. Без поводка запрещено. Ничего не жарко. Ну да. Какое дерево ты видела? Дерево на дереве. Ляпис трубит скорее. Ветка на ветку лезет. Вот видите даже, что есть в парке. Построили. Можно посмотреть, что обитает в реке. Кусок реки. Что? Сделали выборку, чтобы можно было посмотреть, что там на дне. Да, все. Рыбки там. Да, рыбки. Я ничего не сняла. Вот один кусочек реки отгородили, чтобы можно было найти такую беседку. Посмотреть, что там под водой. Вот это еще информационная табличка. Оля рассказала, что заодно. Вот, для деток очень любознательных. Самое то. Это золото мест. Да, молодец. Ты нас привел. Молодец. Подожди, я буду переводить. Подожди, Ром, я буду переводить. Ты будешь на английском. Значит, последний раз здесь видели черного медведя в октябре 2017 года, да? Да. И что нужно делать, Ром, если вдруг мы увидим медведя? Рассказывай. Stay calm. Будь спокойным. Да. Ну, читай. Давай. Pick up small children. Это нужно взять маленького ребенка, поднять, да? Do not make direct eye contact with bear. It is provoked as aggressive behavior. Да, не встречайся с ним глазами. Это его может сделать агрессивным. Да, да. Так, это важно. Make noise. Yell, clap, bang pots or throw rocks to scare a bear away. Да. Just be a дурачок. Крити. Будь шумным, да? Что нужно делать, is be a дурачок, which means и все. Понятно. If approached, reset slowly until the bear flees. If attacked and cannot retreat, oh my god, retreat, fight back. Report all sightings to park staff. Mountain lion habit. Ну это все, и это он в июне был, давно был еще. А это было в июне. Do not attempt to approach lions. Stay calm. Я не хочу лева встретить. Я тоже не хочу встретить. Maintain eye contact and back out slowly. Pick up small children. If lion acts aggressively, raise arm to appear larger. Make noise, throw rocks or branches. If attacked, fight back. Report all signs to staff. То есть
Если вдруг нападет, то мы должны с ним драться, получается? Да, Рома. Драться! И с медведем, и с этим... Да. Кидать камнями. Да, слишком, да, да, быть дурачок твой. Быть дурачок это маленький. Да, о, ну что, да. Нам да, нужно тебе, срочно идти в школу карате, наверное, Рома. Да. Fight him back. Fight him back, да, Ром? Но это серьезное заявление. Да. Спасибо большое, что ты нам прочитал.